Всем привет, ребята! И сегодня я расскажу, как пройти мини-игру с плюштрапом во ФНАФе 4. Она появляется после успешного прохождения после 2, 3, 4, 5 и 6 ночи. Если вы ее пройдете, вам дадут 2 плюс 3 часа к следующей ночи. Эту игру нам поможет пройти хороший звук и все. Если мы выиграем эту мини-игру, то плюштрап будет сидеть на крестике. Выглядит это примерно как-то так. На данную мини-игру вам дают 100 секунд, чтобы пройти ее. Если вы не успеваете, то он или вас съест, или вы просто проиграете. Чтобы не допустить ошибок, надо слушать его шаги. Не светить каждый раз. И недолго светить. Потому что если вы будете долго удерживать свет, то просто время закончится, и вы проиграете. Давайте покажу, как я проходил эту мини-игру. Победа! Нам удалось пройти эту мини-игру. Как я говорил, нам дали еще плюс 3 часа. Если вам непонятна эта тактика движений, то пишите в комментарии. А на этом все. Всем удачи. Пока.